Это первый раз мы находимся на, вообще на производстве. Смотрите, там, куда падает уголь, там же есть ход на этот, на Абаканскую ТЭЦ. Может, погуляемся? Уголь, ну пойдемте посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Филипп. Александр. Кирилл. Очень Александр. Приятно. Очень так, Александр, расскажите нам, пожалуйста, куда мы сейчас направляемся. В данный момент мы направляемся, вот перед вами раскинулась панорама технологических эстакад трубопроводов с различной средой. Находится корпус электрофильтра, то есть котельное отделение, дымовая труба. Вот впереди здание пиковой котельной, с правой стороны дробильный корпус, где находится угольный склад. Вот правее еще находится углекислотная станция. То есть все технологические практически единицы, которые участвуют в технологическом процессе. Куда мы направляемся сначала? Двигаемся прямо в направлении угольного склада. Оттуда уголь идет в два направления. Вот, то есть весь уголь в любом случае, который идет либо на технологию, либо идет на угольный склад, который перед вами расположен, да, он проходит через вот это дробильное устройство. Вот, то есть там есть дробильные устройства 1А1Б дробилки. Они перемеливают до мелких фракций уголь. И по этому конвейеру уже уходит на производство. Включается конвейер 4А, будьте осторожны. Вот, там есть бункера сырого угля. Туда этот уголь весь сосредоточен. Ну, их 5 котлов, на каждом котле свои бункера сырого угля. А, все понял. Дальше уже, как говорится, этот уголь размалывается до мелкого состояния в мельницах. Вот, пылевое состояние, да, то есть очень тонкое. И оттуда уже тонкая дисперсия подается в зависимости от распределения либо прямого вдувания, либо через промбункеры. Два котла у нас с промбункерами, вот, все остальные идут прямого вдувания. Первый раз увидели карту, мы подумали, что это большая черная лужа. Там не было нарисовано угля. Как оно есть, оно уже не видно. Да, и вот здесь вот видите бульдозеры. Вот, то, что уголь по течкам идет, сыпется, да, терриконы вот эти так называемые вершины, да. Он их разравнивает уже в более плотное состояние. Для чего это делается? Для того, чтобы не было возгорания, потому что склонность этих углей есть к возгоранию, когда будет доступ кислорода. Ну, это пиковая котельная перед вами. Почему пиковая? А потому что изначально строилась в 72-м году, если вам историю говорили. Нет. Вот, в 72-м году строительство, когда было, сначала было построение этой пиковой котельной. Здесь было 5 газомазутных котлов, вот, которые обеспечивали уже город теплоснабжением. И через 10 лет только первая турбина и первый котел вот, пошли в работу. Вот. И с вводом уже дальнейших увеличения более мощных турбин и котлов значимость уже этой котельной она стала как бы ненужной, неоправданной. Поэтому в данный момент остался один газомазутный котел ГМ-50, да, марки. Вот. Который в случае, когда станция, если стоит на полном нуле и требуется ее растопить, он обеспечивает именно технологическим паром низкие параметры, у нас вспомогательные нужды. Получается, он как и для... тем самым, ну как растопочный, он называется, как бы он и служит для того, что вот он... Для нужд... Да, то есть для нужд основного оборудования турбин, котлов. Ну вот мы с вами сейчас подошли, скажем так, к устью, да, Абаканской ТЭЦ, к устью дымовой трубы. Естественно, по проекту она была длиннее, да. Вот, но в связи того, что рядом аэропорт, и не было случайности задевания самолетами где-то крылом. Нам рассказал Александр, то, что высота данной трубы составляет около 120 метров.
небольшие калькуляции привели к тому, что со средним ростом близнеца 1.74 примерно нужно 69 таких людей, как мы, чтобы дотянуться до краешка той дымовой трубы. But first, let me take a selfie. Раз, два. Мы будем щуриться от солнца. Раз, два, три. Может, нам все-таки сегодня дадут поплавать в этих стаканах? Вы, наверное, не знаете, что происходит. Мы, на самом деле, тоже не поняли, как это случается, сказались. Вот. Мы находимся внутри градирни. Здесь происходит охлаждение воды, приходящей с конденсаторов турбин. Видите брызгальные устройства, которые разбрызгивают на мелкие крупицы воду за счет естественной вентиляции, потоками воздуха, которые снизу поднимаются вверх, происходит охлаждение. И возвращение этой воды, уже охлажденной на 10-12 градусов, опять технологический процесс на охлаждение пара в конденсаторах и получение конденсаторов, участвующих в дальнейшем технологическом процессе. Находимся в самом крутом месте Абакана. В центре стаканчика. Посмотрите, как здесь круто. И вы можете наблюдать процесс охлаждения воды прямо изнутри, в центре событий. Какая-то атмосфера просто рая, не знаю. Здесь есть вода тепленькая. И все очень приятно, тепло. Хоть даже раздевайся и купайся. Мы сейчас готовы снять свою одежду и начать плавательный сезон в городе Абакан, который открывается сегодня, 14 апреля. Вот. Тут на самом деле очень тепло и самые идеальные условия для пляжного сезона. Пошли, еще посмотрим. Мы же так хотели искупаться. И мы должны найти место, где мы сможем нырнуть. Мы первые, наверное, люди, которые решили искупаться в Абаканской ТЭЦ, именно в градильнях или в фритюрнях. Мы готовы искупаться в Абаканской ТЭЦ. Но подожди, купание запрещено. Плохие известия. Остановит ли это нас? Александр, спасибо вам большое за такую продуктивную и качественную экскурсию. Вот, нам было очень полезно знать, потому что мы заблуждались. Просто счастливы, что у нас выдалась такая возможность. Да, очень приятно познакомиться, всего вам хорошего. Да. До встречи. Мы определенно еще увидимся. Да. Теперь вы осознаете все, что увидели, переварите, да, и дальше двигайтесь. Да, по мы... Всего доброго. Пока.